Необычный концерт, нестандартные исполнители. Северодвинский хор «Родник» выступил перед осужденными в 7-й исправительной колонии Архангельска. Все артисты – люди с ограниченными возможностями здоровья, члены Всероссийского общества слепых. Хор выступает на концертных площадках региона уже 30 лет. Колонию артисты «Родника» посетили во второй раз. В прошлом году они побывали с концертом в Талашской колонии поселений, на этот раз «Лесная речка». Приурочили ко Дню Матери вот такое посещение, чтобы осужденные не забывали своих матерей, родных, близких, напомнить им и как-то вот вселить в их души надежду на будущее, что у них все будет хорошо. Артисты исполнили для осужденных русские и украинские народные песни, несколько эстрадных композиций, пели и хором, и сольно читали стихи и монологи. По словам руководства колонии, подобные концерты – часть воспитательной системы осужденных.